Непонятно почему монах с монашкой решили поехать в дальний-дальний какой-то монастырь. И вот они через пустыню забираться, один из этапов на верблюде. И вот идут они по пустыне на этом, едут на верблюде, и вдруг бах, верблюд упал. Они к нему туда-сюда, что делать, он лежит ноль, не дышит. Они там проверили, как возможно, нифига. Пустыня кругом. Монах думает, ну что ж делать, все равно промирать. Говорит, слышишь, к монашке обращаюсь, а давай с тобой разденемся. И как первобытные люди поживем вот таким образе, в первоначальном своем виде. Она, давай, они разделись. Бегают, он приближается к ней, она так пальцем по нему проводит, говорит, ух ты, как здорово. А что это у тебя такое? Он говорит, это у меня тут такой орган, который дает жизнь. Монашка. Так и что мы здесь сидим? Давай вставляй верблюду, да поехали. Встречаются двое, один, что такой грустный? Да, говорит, ты себе не представляешь, как мне жена надоела. Вот где она у меня сидит, и все, сил нет, у меня нервы уже, все, я спать спокойно не могу. Говорит, чувак, тебе надо отдохнуть там, я не знаю, ну поедьте на море там, позагорайте, поплавайте. Бесполезно, она хорошо плавает. В одно из казино зашла такая молодая девушка, все так смотрит на нее, в нашем городе эта девушка довольно обаятельная, она подходит к рулетке и ставит на число 22. Рулетка крутится, бах, выпадает 22. Она берет этот выигрыш, все ей аплодируют, класс, класс, она берет весь выигрыш, опять ставит на 22. Опять рулетка крутится, опять падает 22. Все, класс, обалдеть, аплодируют, все ее поздравляют, шикарно. Она берет опять эти деньги, опять ставит на это число. И крупье говорит, девушка, так вы подумайте, не может так часто попадать одно и то же число. Ну и тут рулетка крутится, опять 22, опять она выигрывает, опять ставит на это число. И опять уже хозяин казино выходит, ну все, разорили казино. Они к этой девушке, девушка, подождите, а как так, почему? Объясните логику, почему вы сколько раз ставите подряд на 22? Так все очень просто. Ну что, объясните. Ну вот смотрите. Я 7 числа приехала в ваш город, да? Поселилась в доме номер 7. И квартира 7. 7 и 3, 22. О!